И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной видеоролик, посвященный открытию контейнеров. Как вы видите, что я уже закончил, наконец-таки, замечательный, интереснейший челлендж. Открыл, конечно, я ультраконтейнер, видеоролик вы, наверное, уже этот видели. Вы видели, как мне ничего суперсочного и нагибаторского не выпало. Поэтому пришел черед открытия обычных контейнеров. И тут я уже надеюсь на то, что хотя бы что-то мне с них дропнет. Покупаем, друзья, боевой пропуск. Ничего я больше, в принципе, говорить не хочу. Не буду вас сильно мучить и задерживать. И только единственное, посмотрю, что мне тут вообще дропнуло. Какую-то красочку светомузыка мне упала. Иммунитет на титанчик от Эмми. Кристалликов, контейнеров. А вообще голды есть у нас в золотой цепочке или нету? Компенсаторы тут были. Экозащита еще какая-то краска. Ну ладно, короче, насыпало мне контов. Я очень сильно надеюсь на то, что мне что-то с них дропнет. 29 штучек у меня сегодня имеется. И приступаем к открытию. Единственное, что хотел бы сказать перед открытием, это, друзья, если вам нравится вообще подобного рода видосы, поддержите лайком. Для меня это дополнительная всегда мотивация. Записывайте видосы чаще. И чтобы видос как-то куда-то, может быть, там продвинулся, какие-то рекомендации, шмекомендации, что-то куда-то вылезло. Это всегда помогает продвижению. Поэтому, если не сложно, прожмите лукс. Ну и если не подписан на канал, тоже, друзья, не забывайте подписываться. И в комментариях напишите, что вам вообще в последнее время падает с контейнеров. Может быть, что-то жесткое. Ну, а может, кому-то не дропает, напишите. Интересно будет тоже почитать, посмотреть. Все, открываем открытие. Открываем открытие, говорю. Открываем замечательные, интереснейшие контейнеры. Два уже беленьких. Понял, принял. Три беленьких. Надеюсь на то, что сейчас будет большое количество беленьких подряд. А, нет, очень жалко, что сейчас упало зеленое. Потому что зеленое, ну, не есть хорошо. Лучше бы стрик был бы из беленьких. И потом бы инфосоточка что-нибудь бы годное дропнула. Но все-таки 29 контейнеров это не 11 ультра, поэтому есть шанс что-то хорошее выбить. 21 контейнер остается, 9 контов я уже открыл, 3 зеленых было, и это по 10 камня упало, да? Кристаллы это, конечно, хорошо, потому что вы знаете, что я сейчас трачу довольно большое количество крисов на МПК дронов, 5 золотых, но это последнее устройство защиты от поджога, на которое мне бы пришлось бы потратить кристаллы, да, если я не ошибаюсь. Давайте я проверю, все ли у меня есть защиты. Так, защита на ласпик есть. Защита, мне кажется, это было последнее. Защита на хорек есть. На викинг есть. На хантер мне упало последнее, да. На диктатор. А, нет, у меня не на все корпуса есть. У меня же на арес. Арес же новый корпус появился. На арес у меня нету. Но на все остальные корпуса у меня все уже выпало. И это очень-очень хорошо, что наконец-таки мне все дропнуло. И даже с синего свечения я уже доволен. Я уже доволен, что мне упала хотя бы защитка. Это намного лучше, чем я бы просто выбил бы один беляк и зеленые там. Ну, голды хотя это тоже нормально. Если бы еще бы премка бы дропнула, было бы вообще великолепнейше. Так, 125 мин, 11 контейнеров остается у нас. 3 дня према, да, найс. Переключились контейнеры дальше. Это сразу говорит о том, что премка дропнула. Премка это хорошо, друзья. Премки я рад и доволен. Но если мне бы еще бы ко всему этому бы упало хотя бы одно устройство в фиолетовом свечении, я был бы безумно рад и доволен этому открытию. Остается 6 контейнеров, услышьте меня, пожалуйста. 10 кокри. Еще 10 кокри. Блин, кристаллов много дропает. Помните, у меня, друзья, было открытие, когда я покупал устройство за кристаллы без скидок. Ну, чтобы потом не переплачивать. И помните, я открывал контейнеры и просто молился, чтобы мне дропало что-то хорошее. Я имею в виду именно кристаллы. И мне тогда падало все в большом количестве, кроме кристаллов. Мне тогда даже упал какой-то XT скин. А я просто сидел и ждал кристаллов. И вот так вот бывает, друзья. Вот реально, вот ты просто сидишь. Чего ждешь, то никогда не падает в тот самый момент. А когда тебе оно надо, оно тебе просто дропает вот в таком количестве, как в этом открытии. Но это реально жизненная ситуация. Поэтому расстраиваться, наверное, не стоит. Остался я даже, наверное, доволен
что наконец-таки все защита мне упала. Ну, обидненько, конечно, что и ничего с фиолетового не дропнуло. Вот если бы еще что-нибудь с фиолетика бы насыпало, было бы, наверное, приятненько. А так, всего лишь одна защитка. Плюс премочка, плюс голдики, плюс немножечко кристалликов, которые мне, наверное, таки нужны. Вот такое вот открытие у нас сегодня, друзья, получилось. Видеоролик довольно-таки короткий. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте прожимать лайк. Как я уже говорил, да, подписываться на канал, нажимать на колокольчик. Участвовать в конкурсе. Ссылочка на него, конечно же, в описании имеется. Приходите, друзья, на стримы, которые практически у нас ежедневно появляются в течение 9-10 часов вечера. Следите за всем происходящим. С вами был мистер Ванька. Всем удачи, друзья. И всем пока.